каждый день одно и то же. Утром зарядка, днем учеба. Вечером игры детские, рисования всякое, кубики разные, тиль-киль, траливали. Ночью спать. Нет, с этим надо заканчивать. Заканчивать надо с этим. Коксик, привет. А? Ты что бормочешь-то? Да, говорю, с этим надо заканчивать. С чем? С нашей скучной, однообразной жизнью. А разве у нас скучная и однообразная жизнь? Не, ну если тебя такая жизнь устраивает, то ты можешь продолжать жить, как жил. Ой. А я от этой повседневной серости устал. Я буду искать приключения. Приключения? О, а я тоже не прочь их поискать вместе с тобой. Да? Ты правда хочешь приключений? Конечно, но кто же не хочет приключений? Только вот где мы их будем искать? А везде. Приключения — дело такое, они везде могут тебя подстерегать. Меня? Ну да, то есть нас. Вот, например... Нет, например... Например, вот тут. За шкафом. Ой, Зубок, посмотри лучше ты, что там? Ой, нет, Коксик, мне как-то страшновато. Страшновато? С чего это? А вдруг это страшные приключения? Настоящий искатель приключений ничего не боится, кроме спокойной, сытой жизни в теплом углу. Спокойной жизни в теплом углу? Ну ладно, приключения так приключения. Так. Ну давай, давай. Сейчас. Нет, Коксик, нет, тут нет никаких приключений. Тут одна пыль да паутина. Кстати, надо бы ее вымести. Так, Зубок, нам сейчас не до этого, Зубок. Не отвлекайся, вот начнешь ты сейчас пыль выметать. А приключения — раз — и постучаться в дверь. Ну и с чем ты их встретишь? С веником? Ой. Друзья мои, как хорошо, что я вас застала. Мне срочно нужна ваша помощь. А мы не можем, мы заняты. Да, мы приключения ищем, они могут в любой момент... Ах, вот как! Ах, жаль, тогда я прямо не знаю, что и делать. Да, как-то... Нехорошо получилось. Надо бы ей помочь. Надо. Но как же приключения? Ладно, приключения подождут. Пойдем. Тетушка Матильда, мы пришли. Да, какая вам помощь нужна? Ой, как хорошо, что вы пришли. Я знала, что вы меня не оставите в трудную минуту. Не оставим. Дело в том, что мне срочно нужен справочник по животным и растениям. Ну, просто срочно. Но он у меня лежит на самой верхней полке стеллажа. У меня сегодня целый день голова кружится. Самой не достать. Это вон тот в зеленом переплете, да? Именно тот. А как же мы его достанем? Он же высоко. А вы по стремянке подниметесь? Да? Да. Эх, плакали наши приключения. Коксик, а вдруг они там, на верхней полке? Кто? Приключения? Ну да. О, вот об этом я как-то не подумал. Только будьте осторожнее, друзья мои. Не волнуйтесь, тетушка Матильда. Так. О, высоко. Не достать. Ой, высоко. Зубочек, дай, пожалуйста. Вот тут зонтик. Вот это, да. Сейчас. Так. Держи, Коксик. Ага, так. Сейчас попробуем его достать. Оп. Ой, крепко как сидит. Ты там стремянку-то держишь? Держу, не то слово. Крепко держу. Давай, сейчас я его попробую посильнее потянуть. Так, вот отсюда. Ай! Зубок, ты там как?
Да нормально, тяжелый справочник. Ну я же говорила вам, осторожней. А может быть сделать тебе компресс? Да нет, нет? Все в порядке, спасибо, тетушка Матильда, уже совсем не больно. Вот ваш справочник. Ой, спасибо, спасибо. Ой, зубок. Да. Ну ты меня просто спас. Да ладно. Если бы ты стремянку не удержал, я вслед за справочником бы и грохнулся. А ты какой молодец, Коксик, придумал, как его достать. Ой, спасибо, спасибо вам, друзья мои. Ой. Пожалуйста, тетушка Матильда, ну мы пойдем. А? Хорошо, но еще раз спасибо вам. Пожалуйста, спасибо, пойдем, друзья Коксик. Мои, спасибо. Ой. Ну как они на меня напрыгнули, эти книжки, так бабах! Да, а как на меня справочником-то по макушке шмяк вот! А стремянка прям из-под ног уходит, вот прям чувствую, сейчас загремлю! Да, приключение, а? Что? Приключение? Ну да, а ты думал что? Ну я думал, это так, помощь тетушке Матильде. А это, оказывается, оно и было. Приключение. Ну, конечно, ты же сам говорил, что приключения всегда приходят неожиданно. Вот они на нас и набросились с книжной полки. А ведь действительно, надо же. А я их и не узнал так сразу-то. А давай завтра еще поищем приключения. Давай. Мало ли кому наша помощь требуется. Ну, конечно. А сейчас пойдем чистить зубы, а то я после этих приключений немного устал. И спать хочу. Я тоже. Мне даже покоя захотелось, отдыха в своем теплом, уютном уголке. Так что, будем с ребятами прощаться? Давай. До свидания, ребята. До завтра.